Продолжаем экскурсию по Бунде Резерс. Теперь мы решили пойти не по дорожке. Много всяких трубочек. Трубки. И, о чудо, мы прорвались прямо. Происходит уборка номеров. А вот это самые дешевые номера. Возможно, даже без кондера. Вон, видишь? Вон, вон. Вот, Даш, раз, неправильно на показываешь, надо вот я так. Я по-русски показываю. Видишь, да? Чё-то я не вижу никакой саранчи. Видимо, съемка идет. А. Сейчас подожди, так. Вот она, да, такая здоровая. Ого. Это кузнечик. Забирай. Вот так вот юные натуралисты показали нам саранчу. Такие у них небольшие кузнечики. Ну, вот такие вот виноград, и стулья. Да. Стульчики уже другие. Что там? Ну, кондёр есть. Ну да, номера-то не такие веселые. Правда, пальма какая-то интересная. Ух. Как на картинке, но твёрденькая. Все-таки пойдемте искать дорогу к нашему номеру. Товарищ Сусанин, где наш номер? Так, Сусанин один выискался. По-моему, от цветов мы все тихаем. Какие пахучие цветочки. Вы. Ага. Тупик. Вон, там. Да, у нас ближе всего к столовой. Да, к столовой. Слушай, что там? Да ты проверил сначала, да? Ой, что? Да. А, вот мы наконец-то пришли на нашу улицу. После долгих хождений кругами. Логики в построении улиц никакой.
деревья. Вот на этом дереве птицы любят собираться и плоды.